То есть иногда, когда приходит какой-то успех, какая-то популярность, какие-то такие первые признаки звездной болезни, ты велик, ты прекрасен и велик. Знаете, это синдром осленка. Когда тебе кричат, Асанна, Асанна! Знаете? Асанна! Он везет Иисуса, а думает, что это ему кричат. Вы знаете? Не, ну на минутку представьте. Кричат, все кричат Асанна. А осленку кажется, что это в его адрес. И он уже, знаете, как восточный жеребец начинает читать шаг. Так уже, как кремлевские курсанты, так и ногу тянет. С оружием. Это синдром осленка. Асана кричали не ему, а тому, кого он вез на горбу свою. Не со мной ли? Поэтому Павел как бы на всякий пожарный говорит, каждый по мере благодати, которому Господь ему дал, так должен думать о себе. Не более. Не более. Вся честь и слава принадлежит только одной личности. Это наш Господь, который сказал, славы своей я не дам никому. Никому. Ни одному самому великому и помазанию. Не дам ему славы. Потому что кто он без Бога? Ноль.